какая уже достигнута максимальная скорость струнного транспорта. Ну, как я уже говорил, здесь самая длинная трасса 950 метров. Несложные расчеты показывают. Это школьный курс физики. Как там ускорение, путь, усилия, которые нужны при этом и так далее. Да? Что ясно, что короткая трасса, мы не ставим рекорды, и у нас не было цели ставить рекорды. Мы не делаем болиды, которые за 2 секунды разгоняются до 100 км в час. Ни один трамвай так не разгоняется. Ни один автобус так тоже не разгоняется. Ни один поезд так тоже не разгоняется. То есть мы делаем вот такой транспорт. И есть оптимальное ускорение разгона. Это до метра в секунду в квадрате. А лучше всего там 0,7, даже 0,5 метра в секунду в квадрате. Даже и торможение с небольшим ускорением. Иначе мы будем возить не пассажиров, а дрова. Когда он будет там не ехать, а болтаться в этом транспортном средстве человек. Поэтому, исходя из этого, ну, разумная скорость, которая может быть получена на таких трассах, это 90 км в час. Но мы смогли все-таки достичь скорости 103 км в час. Причем на короткой трассе, на провисающей, где вообще центральный пролет всего лишь 400 метров. Но при этом это уже предаварийные скорости, уже больше невозможно, потому что будет авария. Не потому, что он там сойдет с рельсов, нет, он не сойдет. Он просто не успеет затормозить и въедет на большой скорости в поворот. Там же развороты по концам. И просто, ну, выйдет из строя, сломается машина. Зачем это нам? Это просто не нужно. А технические возможности машины, конструкционная скорость 150 км в час. И без сомнения мы получим эти скорости на более протяженных участках. А это либо вот высокоскоростная трасса протяженностью там более 20 км. Либо трассы, которые мы строим тестовые в Шарже, там длинные по 2,5 км. Поэтому можем любой подвижной состав, который мы делаем, и подвесной, и навесной, на этих трассах разгонять до скорости 150 км в час. Без всяких аварийных там режимов. А потом, когда мы отработаем, то с учетом уже того, что уже у нас четко будет понимание, какой тормозной путь при таких скоростях, потому что, например, тормозной путь во многом зависит от сцепления колеса с рельсом, а, например, в сухую погоду, и когда идет дождь, сцепление разное. Или там песок на рельсах, или влага, роса на рельсах. А там разные сцепления. И поэтому, естественно, при тестировании мы рассчитываем на худшие варианты, когда сцепление минимальное, и тогда не могут быть большие ускорения, торможения, разгона, и мы более плавно это делаем, и, естественно, путь разгона, путь торможения увеличивается, нужны большие длины для этого. Поэтому все тоже идет, исходя из тех возможностей, которые у нас есть. А то, что мы получим 500 км в час, ну, у меня, например, никаких сомнений нет. Но это будет на трассе длиной не менее 20 км. Star Club. Возможности безграничны.